И даже из того, что мы с вами рассмотрели, из функционирования суперсистем, можно сформулировать и вектор целей строительства нашего общества, государства, какой должна быть промышленность, какое должно быть образование, чем учить, какой должна быть система здравоохранения, каким должен быть отдых людей, на что он должен быть направлен. Ну и если это все будет включаться, тогда мы будем работать на достижение целей, выставленных по отношению к нам иерархически высшим объемлющим управлением, то есть Богом.